Значит, рассказ о беде. Во-первых, хочу отметить, что нашему дому почти 20 лет, и нам достались, естественно, унитазы от прежних хозяев. Модель была такая, что у унитаза, что вот бачок, он крепился к основному, к этому, к основному унитазу. Вот здесь вот он был, как из двух частей состоял. Я заказала модель монолитную. Бак, он соединен с унитазом. Здесь нету, не надо ничего это самое крепить. То есть это устраняется любой шанс, что он когда-то в течение эксплуатации начнет течь вот здесь. Вот. И там всегда убирать, когда его убираешь, там всегда вот эта вот щель была, как туда залазить, непонятно. В общем, у меня всегда были вопросы к чистоте такого унитаза. Вот. А теперь он у нас, значит, такой. Потом следующая вещь интересная. Это вот эта крышка. Она сделана из пластика. Ее легче мыть, чем деревянную. На деревянной, если химией там обрабатывать, то какие-то потеки появляются, разводы. А это просто пластиковая. И она закрывается вот так. И она не хлопает. Ее вот так вот кинул. Она медленно сама закроется. Без звуков. Вот. А само биде – это такая приставка, сделанная что-то там в Китае. Очень простая штука. Она, значит, крепится, и она подходит по габаритам под вот эту крышку, под любую модель. Она здесь за счет того, что у нее вот такие вот тут разрезы, ее можно там подкрутить в эту сторону, в общем, подогнать можно. И, значит, она крепится вот так, эта штука. Значит, вот эта труба водопроводная шлангом подсоединяется напрямую к унитазу обычно. Вот, просто она идет. А из-за того, что здесь биде, они присылают такой, этот, не тройничок, а двойничок. Вот, как разводка такая. Вот, прикручиваешь его, прикручиваешь основную трубку сюда, прикручиваешь шланг биде. Вот сюда. И причем инструментов никаких не надо. Они вот присылают, ну там они прислали какой-то маленький гаечный ключик. И вот такая штука, вот ты его затягиваешь все. Вот этой стороной она затягивается вот там. Вручную все можно сделать. Вот. И, значит, вот в этот бак набирается вода. Вода холодная, но мы же моем там руки или лицо холодной водой. Я не знаю, зачем она теплая нужна здесь. Бренд вначале такой говорил: холодная вода! И я говорю: ну, выживешь. Вот. И, значит, смотри. Вот эта вот вещь, это здесь, значит, она напор воды регулирует. Можно прямо даже на самой маленькой, при самом маленьком напоре струя очень сильная. А это режим, когда нужно почистить в саму трубку. Вот ее можно вот так открыть, ее можно снаружи помыть. И вот ее прогнать можно вот это вот поставил сюда и включил. Значит, сейчас я ее включу, и она шибанет. Нужно, чтобы крышка закрыта. Она сейчас шибанет, даже при маленьком напоре она выстреливает. Сейчас покажу, как она действует. Дверь мне облила. В общем, вот эта вот трубочка, она спускается вот сюда вот. И из нее вот такая струя шибает. Есть еще одна модель у меня в другом туалете стоит. Там вот в эту сторону крутишь, это режим самоочистки, а в эту сторону она меняет положение, и она как бы, в общем, короче, она на женскую позицию встает.
То есть вот так вот ты моешь, просто она тебе в попку вшибает, а там можно еще поменять, чтобы она по женскому, а там остроению начала вливать воду. Стоит эта штука всего $40, и я не знаю, я просто... У нас 4 туалета, и я установила ее в 3 туалетах. Да. Очень, очень, очень все довольны. Пользуемся каждый день.